rep the technique. Now I stay on target and refuse to miss. And I still make hits for beats, parties, clubs, and cars and jeeps. My underground sound vibrates the streets. MCs wanna beef, then I play for keeps. When they sweat the technique. Это время необходимо забивать как минимум 4 мяча. Еще один опасный рикошет, и не успевает Сергей Зуев накрыть Прудников. Мяч потерян. Это уже Васура. Вообще бизнесом везет на украинские команды на этой стадии турнира. В прошлом году в Екатеринбург приезжала Львовская Энергия. В этом году Донецкий Шахтер. Еще раз повторюсь, что бизнесом досталось. Донецкий клуб пока ничего не может противопоставить екатеринбуржцам. Тиаго, Васура. Против него Андрей Афанасьев. Забивает мяч, вынужден Васура из-за боковой его вводить. 4 фола у Шахтера. Не уходит практически из площадки бразильцы. Васура, Ромарио. Мухов ошибается. Васура. Все-таки обыгрывает Прудникова, но... Екатеринбуржцы.
снова в атаке. Команда Иннокевич и забивает уже через несколько секунд. Жуниру касание на Васуру. Васура один в один выход. И счет становится 4-0. Да. Вот Васура туда побежал к болельщикам. При первой же возможности бить по пустым воротам со своей половины поля. После нескольких неудачных попыток Фортуна улыбнулась Васуру. Результативную атаку начал Мельник, точно бросивший мяч на ногу Каю. Тот мягко перебросил через Бессалова, а 77-й номер Иннокенса поймал вратаря на подворот. 4-0. Финита ля комедия. Как бы не так. Пролетариату нечего терять, кроме своего. Передачу видає не точно, але Іванов допомагає супернику забити четвертий м'яч у наші ворота. Васура, він також записує своє... ...0-4. Васура. 0-5. Ну, цей гол, я думаю, може претендувати на кращий гол туру. Правда, ми не бачили ще всіх голів цього туру. Time. I used to look into my father's eyes. In a happy home, I was. Садится в поезд и их ждет нелегкое путешествие в свой родной город. Васура. Васура Курсов. Васура под себя убрал мяч нашей Украины, богатой футбольными талантами. Вот Васура. Там на своей штрафной площадке так поиздевался над Александром Бондарем. В итоге получил удар в живот. И прекрасно играет Кардаш. Курсов. Отбор. Замятин. Замятин. Касание на Куртеса. И Васура замыкает эту передачу. Все ж, 2-0. Васура замкнул передачу и пошел туда, на трибуну, где находятся его дети. Дети Ромарио, Кайо, Паоло. Вся бразильская диаспора. Иннокенса. Что ж. Это очень много в футзале. И вчера, вот во вчерашней встрече, как я уже говорил, руководители команд, Эдер Лима, Васура сыграл на опережение. Здесь обошел, прошел всю площадку, но нужно отдать. Показывает, что его держали руками. Вот не площадку, но нужно отдать. Ромарио Васура. Против него Эдер Лима. Не решился на сегодня пойти на обводку, но вот сейчас, ну, сегодня... Готовится дать бой лидеру чемпионата Украины. Ну, вот. Иннокенс в отличие от рижан, чемпионом своей страны, не остановился. И вот там забыли Васуру. И шквал аплодисментов. Васура между ног вратарю.
Счет становится 5-2. Идет о Каю Жуниоре. Васура. Васура демонстрирует технику. Откатывает подошвой по футзальному. Чисто по футзальному откатывает. Тут дриблинг. Бросил между ног. Дриблинг.